Первый путь это через монастыри, но и был другой путь через уверование королей. И здесь я сейчас большими, большими цифрами напишу знаменательную дату, которую европейские историки считают главнейшей датой в истории христианства. Это дата, которую нужно знать. Это обращение франкского короля Франки. Это будущая Франция. Это задолго до Карла Великого. Короля звали Хлодвиг. Его обращение в христианство. Это событие считается важнейшим во всей истории Европы. Почему так? Дело в том, что все германские племена были под влиянием арианства. Когда мы будем с вами говорить о Первом соборе и об учении ариан, мы скажем, что это учение очень быстро распространялось, потому что учение ария было очень понятно, очень подходило для невежественных людей. Сущность учения вы знаете, наверное, что Христос не Бог, но Он как-то и побольше человека. Он что-то вроде, знаете, есть Геркулес такой, греческий мифология, или как архангел, вот что-то такое. И с мифологией греческой это что-то вроде Геркулеса. То есть Он не Бог, но Он вот больше, чем человек. Поэтому арианство очень хорошо распространялось, быстро. И все эти племена, вот эти вот готские, они были заражены арианством. А франки приняли христианство очень поздно. И примут они от католиков, от ортодоксов, от правильной веры. Слово ортодоксы понятно? Ну, то есть консервативная, устойчивая, правильная вера, да. Вот. Арианские миссионеры перевели Библию, литургии на германские языки. Ариане оказывали сильное влияние на ортодоксальных христиан. Вот, уровень веры понижался. Христианство несло серьезные потери. Но франки и англосаксы были язычниками во время христианизации германских племен. Понятно? Когда те христианизировали, эти оставались язычниками. Позже. И получили в чистом виде. Христианство пришло к ним позднее в чистом виде. У него была жена. Мы будем несколько раз говорить о женах этих королей. Жена его, Клотильда, была бургундской католичкой. Она убедила мужа в необходимости крестить их детей. Крещение детей часто бывало шагом к крещению и отца. Но Хлодвиг не собирался креститься, пока не потерпел сильного поражения во время битвы с Алеманами. Сердце его дрогнуло, глаза наполнились слезами, и он произнес: «Я нашла его молитву». Послушайте, какая молитва у него была. Иисус Христос, Клотильда говорила, что ты сын Бога живого. Говорят, ты оказываешь помощь нуждающимся, даруешь победу тому, кто на тебя надеется. Я со смирением умоляю тебя даровать мне твою могучую победу. Даруй мне держать верх над моими врагами, и я почувствую ту силу, которую народ, посвящающий себя твоему имени, испытал на себе и прославляет. Я хочу верить в тебя и креститься во имя твое. Я взывал к моим богам, но, как я узнала, они не могут помочь. Я думаю, они бессильны, поскольку не помогают тем, кто им служит. Вот теперь я взываю к тебе, вырви меня из рук моих врагов. Как только он это сказал, алеманы обратились в бегство. В общем, он одержал победу. Но дело-то непросто. Он вернулся домой, он рассказал королеве, что он призвал имя Христа и одержал победу. После этого королева поспешила тайно призвать епископа римского, Ремигий, и попросила его сообщить сердцу Хлодвига слова спасения. Епископ пришел и уговаривал его принять веру и отвергнуть идолов. То есть победа еще не вполне его сердце склонила. Хлодвиг возразил: «Я охотно бы послушался тебя, святой отец, но вот мой народ не потерпит измены с твоим идолом.
Но я вот пойду и поговорю с ними. И представляете, что случилось? Когда он вышел, народ закричал: «Мы отказываемся от смертных богов, милостивый король. Мы готовы следовать за тобою, за бессмертным богом, которого проповедует Ремиги». Народ закричал. Ремиги сказал Хлодвигу от бога знаменитые слова. Эти слова надо знать, они знаменитые слова. «Чти то, что преследовал, преследуй то, что чтил». А? Чти. Наш Мережковский, он любит писать о старине и о христианской старине в том числе. И вот такие он слова эти приделал личностно. «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Ну, то есть это вариант. Это вот эта краткость, афористичность, содержательность. «Чти, что преследовал, преследуй то, что чтил». И вот в этом году было крещение Хлодвига. А теперь смотрите сами. Франки приняли, благодаря крещению короля, франки приняли христианство. И это будет христианство, расположенное к католическому престолу, к папе. Это папа Ремиги. Ну вот. И впоследствии именно франки будут защищать католический престол. Впоследствии именно из франков восстанет этот, этот великий так, знаменитый король, Карл Великий, Карл Великий. И папа его в 800 году, это следующий, сколько спустя уже, сколько лет, он его возложит на него корону императора, которого на Западе 8, сколько там, 5 веков уже не было. Вы помните, что императора убили? Готы. Не было императора на Западе. И вот папа коронует Карла Великого, франка, потому что эти франки докажут свою лояльность престолу, помощь. Они обратят другие народы, ломбардцев, например, в христианство. Ну, мечом уже будут обращать Карла Великий. В общем, понимаете как? Именно из франков франки станут друзьями католического престола, поэтому католический престол корону наденет на Карла Великого, и будет империя Карла Великого, которая не умирала в мыслях римлян Запада. Римская империя мечтала об императоре и о восстановлении империи. И вот она на короткое время восстановится. Но я вам говорила уже, это в Библии написано. Помните там с истукан? Рухнула голова золотая, там грудь серебряная, там медная. Знаете ли, что нет, не будет больше империи. Будет следующее царство, царство святых. На земле империи больше не будет. Вот это та, которая из ноги, пальцы, частью из глины, частью из железа. Это, в общем-то, вот все те европейские государства, на которые рассыпалась Римская империя. Ну, это очень интересно все. Понимаете, что Бог сказал, то исполняется. И поэтому принятие, то, что Хлодвиг принял христианство, считается важнейшей датой в христианской истории. Вы поняли, почему, да? Потому что он был франк, потому что он принял, у них не было христианства, они приняли его позднее всех других, приняли в ортодоксальной форме, стали защитниками папского престола, друзьями его, и за многие заслуги потом будет... Хлодвиг, кстати, будет последний представитель династии Меровингов, а потом дальше будут Каролинги, из которых Карлы. Ну, это уже другая история, империя Карла Великого. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Григорий I называется Григорием Великим. Эти имена дают немногим.
Вот Григорий I, он был первый великий, основоположник могущества римских пап. Это 540-604. Папский престол занял в 590 году. Его время – это время фактического начала католичества. Папа, он, значит, 12 лет он в Константинополе был, и он понял, что ничего ждать от Константинополя не приходится. Власть бессильна, восточный император ничего не может сделать для Запада. Понял, что призыв на папство – это Божий призыв. Его целью стало сделать Рим центром мира, чтобы все народности смотрели на папу, а не на императора. Он увидел, тут императора нету, а там император бессилен на Востоке. Церковь пережила империю, сказал он. Это он вообще первый папа был? Ну, нет, не, он просто основоположник могущества. Папа не первый. Так, роль папы он понимал, как быть слугою Божьих слуг. Миссия в Англию – это важнейший его из его планов. Английский историк пишет об этом так. Когда он, как папа, правил христианским миром, именно он создал нашу нацию, прежде преданную идолам, превратив ее в церковь Христа. Если для других он не является апостолом, то для нас он таков, потому что мы есть печать его апостольства в Господе. То есть он создал Англию. Вы понимаете, в чем дело? Что церковь в Англии создалась раньше, чем английское государство. Там было много-много разных этих кусочков. А церковь была единая раньше, чем образовалась Англия. К концу VI века христианство было во всей Европе распространено, кроме Англии. И кругом Англии было. Ирландия и Шотландия, мы читали, да? Нидерланды. А в Англии нет. Англосаксы были язычниками, я же объясняла. Они переселились в Англию, убегая от миссионеров. Они не желали принимать. Ну так вот. И вот Григорий I послал в Англию монаха-бенедиктинца по имени Августин. Это никакая не родня тому великому Августину. Это просто монах Августин. Монах Августин, он не чувствовал себя готовым для миссионерского труда. Он прибыл на юг Англии, Кентербери, Кентерберийское аббатство там. Огромное здание, тут король, недоступно, мужества мало. Вернулся он назад, ничего не сделал. И какой мудрый папа, он не послал другого. Он понимал, что за битву двух небитых дают. Человек, который потерпел поражение, он его благословил, дал в помощь 40 человек и снова туда же направил. Понимаете, как поступает умный человек? И вот его миссия была успешна. Значит, вот он прибыл в Кент, там правило, опять королева появляется, король Этельберт, его королева Берта. Они приняли свидетельство Августина, король и королева. И Кентербери стала опорным пунктом христианства в Британии. Это самый-самый юг вот Англии. И в деле христианизации огромную помощь оказала именно правящая чета, особенно королева Берта. Она была праправнучкой той Клотильды, которая была женой Клодвига. Понимаете, это так видеть Божьи пути. Вот не пропадает, все намечено. И церковь из Кентербери стала по всей Англии распространяться. Историки говорят, английская церковь образовалась прежде Англии. Английская церковь образовалась прежде Англии. И Григорий строил дальновидные планы. Он имел в виду обращение всей Англии. Для начала он рукоположил 12 епископов, разделил Англию по округам. Вы поняли? То есть он стал церкви основывать. Когда я была в Англии, я видела остатки, ну, может быть, это уже восстановленные, конечно, как двигалась Англия, двигалась церковь. Сразу не построишь столько домов молитвенных, церквей. Поэтому строили огромный навес, человек на 50, крест в центре. На кресте вырезаны основные события жизни Христа, рождение,
крещение, распятие, вознесение. Ну, в общем, как-то так вот. И тут проповедь вокруг этого креста, по этим картинкам проповедь. И люди собирались, человек 50 могло слушать. Это вот такая шатровая церковь. И дальновидные планы. Он стал применяться к местным обычаям. Послушайте, это же он все начал, Григорий I. Он предложил использовать в качестве церквей бывшие языческие храмы. И не отменять языческих праздников, но сделать их христианскими. Мы об этом говорили с вами? Кто-то был такой умный, вопросы задавал такие. С кем мы говорили об этом, что у нас используются языческие эти, праздники? Ну, он аргументировал тем, что люди должны двигаться вверх шагами, а не прыжками. Это идеи он заимствовал у ранних миссионеров в Армении, которые трудились до него. И Григорий Великий стал фактическим правителем Рима и всей Италии, и многие к нему обращались за помощью, когда происходили стычки готов с местным населением. Он был известен широкой благотворительностью. В конце жизни, однако, папский престол стал его идолом, и он уже не видел себя слугой Божьих слуг. Ну так вот, значит, христиане в Англии, миссионеры из Англии сыграли важную роль в обращении скандинавских стран. Это будет уже X век, когда в Скандинавию отправятся миссионеры из Англии по соседству. Вы понимаете, то есть это опорный пункт будет опять создан в Англии. И христианизация Северной Англии тоже была связана с ревностными усилиями короля и королевы. Значит, это был путь обращения сердец короля и королевы, часто прежде всего королевы и там, детей крещения, чтобы продвигалось и дальше христианство. Ну, последнее закончу, как письмо, которое написал другой уже папа, но он написал письмо, обращенное королеве. «Наше сердце колотится от радости. Ваше свидетельство зажгло искру истинной религии, которую Бог может превратить в пламя любви в сердце вашего мужа и ваших подданных». То есть и к 800 году власть папы была твердо установлена на Британских островах на территории современной Германии. Ну, дальше будет у нас Карл Великий, который будет обращать еще следующий метод. Метод меча. Мечом будет. Ломбардцев, саксонцев обращать в христианство.